Здравствуйте, давайте с вами сегодня сделаем сброс до заводских настроек и первичную настройку ресивера General Satellite модель GSE-212. Это комбинированный приемник спутникового и цифрового эфирного телевидения. Чтобы сделать сброс, жмем кнопочку меню, в появившемся окне выбираем настройки, теперь уходим в самую правую вкладочку, точнее во вторую справа, заходим, можно делать перезагрузку, но рекомендую делать сразу сброс настроек, и жмем ОК. Он нас спрашивает сбросить настройки, жмем клавишу влево, громкость которая, и ОК, подтверждаем сброс. Все, настройки у нас сбрасываются, ресивер у нас уходит в перезагрузку. Все, перезагрузку он провел. Сейчас мы должны попасть в окно первичной настройки. Ресивер грузится. Все, появилась заставка GS. И здесь начинаем первичные настройки. То есть я оставляю язык русский, режим HDMI и авто. Окей. Установка даты и времени 27.01. Можно изменить. Встаем. Автоматически off. И автоматически это, скорее всего, он будет со спутника получать. Давайте я ставлю часовой пояс. Ну, часовой пояс я задам вручную. У нас плюс 4 часа. В принципе, он правильно определил. И жмем поиск каналов. Выделяем поиск и жмем ОК. Здесь выбираем оператор Триколор Сибирь для Сибири, либо Триколор Центр. Просто Триколор для центра. Жмем ОК и еще раз ОК. Он делает загрузку списка регионов. Выбираем регион основной. И начинается поиск каналов. Вот у нас иконками отображаются те каналы, которые он находит. Все, он нашел 194 канала, из них 31 радио. Делаем сохранить, окей. Теперь тип поиска, эфирный поиск, авто. Он начинает искать каналы цифрового эфирного телевидения. Радиоканалы он нашел в предыдущем поиске. То есть если не хотим смотреть эфирное телевидение, то можно пропустить, нажать окей. Либо если хотим смотреть, делаем, точнее ожидаем, когда закончится поиск. Он просканирует все частоты на всех каналах. И при этом ничего не найдет, потому что я антенну не подключил. Так, где у меня антенна? Антенны у меня здесь нет. Ну, то есть он у меня ничего не найдет, потому что сигнал... силы сигнала и качество сигнала 0, поэтому я нажму пропустить. Нет потоков. Все, закрываем, он нас на информ-канал отправляет. Все, сброс мы с вами сделали. Если видео казалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.